Так, значит. Отлично. Да блин, бандикам не надо. Сейчас настроим. Во! Всем привет, ребята! Сегодня у нас... Сегодня я колючка. Я с управлением разбираюсь. О, Хома! Наш любимый Хома. Ну-ка. Я смог таки взять Хому. И теперь мы будем сражаться. Блин. Кнопка прошла. Нет, только не дружок. А, хотя, в принципе, нам только дружок и поможет. Так. Во, я понял, как прыгать. Капец, он неуклюжий, конечно, этот Хома дома. И опа. Не. Ага. Паучок нас испугался, и мы... О, спасибо. Я даже не жалуюсь на своего дружбана, потому что... Опа! Страйк! Это было красиво. Потому что он уже... Что тут? Что тут? Новый уровень, да? Так. Нужно определить... Чё? Мне нужно определиться с управлением. Так, вот, все нормально. Им! Паучок ёкарный! Жесть, ты меня напугал, не пугай меня так, приятель. Приятель. О, спасибо, дружбан, ты всегда помогаешь. Ага. По сравнению с тем, что делаю я, он помогает. Блин. Я не знаю, тут вообще нужно что-либо делать. Хомячок тут не проходит. Ладно. Физкультуру надо любить. Но блин, Кирби, столько коронок упускаешь. У нас так мало жизней, если честно. То есть капец? Блин. Почему ты не превратился в ёжика? Оп, оп. Интересно, а мышку мою видно? А, серьезно, то есть когда он ударяется мне в спину, то это нормально. То тогда срабатывает моя способность. А в других случаях нет. Да что ты будешь делать? О, спасибо, друг. Расчистил нам путь. Не-не-не-не-не. Я туда не пойду. Я туда не пойду. Хомячок застрял. Нет. Я хочу спуститься. Я обратно хочу. Я хочу обратно. Обратно уже не выйдет, по ходу дела. Мы еще в какой-то зеленой листве. Воу! Обратно получилось. Блин, а выход там. Ладно, облажались мы, товарищ. Ауч! Что ж ты бежишь туда? Друг, нет, не подставляй, только не это. Жизни друга — это наши жизни. Да-да-да, он просерил все свои жизни. Молодец. Как говорится, два дебила — это сила. И опа! И опа! Это было весело. Так-так-так-так-так-так-так. Здорово. Лучник! Лучник-хренучник, а ну иди сюда. Блин, хомячок вообще бесполезный. Все, хомячок, пока. Без тебя, любимый мой, нас не подрежут никогда. И мне не страшна ни одна беда. Оп. Оп. Мастерски. Оп. Как уже играю? Хорошо уже играю, блин. Птичка или ко... Не-не-не, ни за что я на этом жирном понтяке не поеду. Чё такое, что сказал понтяка? Вот это же... Сосать. Сосать, очень вкусно всосать. Не, дружище, не забирай у меня силы.
Мама, я не хочу умирать. Так. Что у меня что? У меня... я не могу использовать всасывание. Я забыл. Мне нужно... Фух, отлично. Не-не. Ни за что мы не будем брать птичку. Опа! Этого-то я не ожидал, да? Блин, опять уборщица тетя Галя. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какая дружелюбная игра, блин. У нас нападают все сразу. Я тебя сейчас подобью. Оп. Прям на пике посадил. Я очень добрый. Ёкарный! О, класс. Это что было? А, простите, а что мне тут делать? А мне на землю можно? Можно на землю, опа. Вот, смотрите, одна жизнька. Одна жизнька падает, и я ее сейчас хвачу, естественно. Опа. Отлично, теперь у нас есть еще одна жизнька. И шанс вернуться на сохранение. Пэм, пара, па, пам, пам. Я точка, точка, точка. Я вовсе не медведь. Погодите. Шиф. И... Давай, опа. Да блин, почему колючка? Я не хочу колючку. Установить такой колючий, то есть... Очень колючий, опа. Ха-ха-ха-ха-ха. Сам же напоролся на свою ловушку. Моська! Моська — это самый страшный противник наш. Ну блин, я не хотел его убивать, я хотел просто... О, отлично, конфетка дает нам жизни. Это, думал, неуязвимость она дает. Вот сейчас возьмем. Так. Быстро нажимай на А. А! Друг! Стоишь налево. А на что надо? Да, на А нажимать. А почему я подпрыгиваю? Потому что я на Ж сжал. Ну, Биара. Эть! Блин! Ну, какого фига? Я так хочу взять эту способность. О! Сейчас она развернется. Привет! Мы подошли из-за угла. Ох, сейчас камушки отхватят. Здорово нафиг. Это очень классная способность. Бу-у-у. Вот прям никто... Блин, что это за рыбы древесные? Рыбы на деревьях не живут. И чё совсем? Странные рыбы. Крутящиеся. С бочками, опа! Заблокировали моську. Теперь даже моська нам не почем. Я человек-огонь! Не? Это друг наш? Ну, допустим, друзья бывают разные, да? Так и должен зажимать. Так, а что зажимать? За... А, извини, Кирби. Не получится ничего, только по башке. Как и я, собственно. Выспы! Выспы! Это кто? Так, не хотелось бы, чтобы запись меня подвела, поэтому выключаю. Давай. Enter. Слушайте, а я приспособился, однако. Так. Слышь, выспи! Я так-то очень... Блин. Ауч, это босс! Понятно. Я в него бьюсь. Ну давай. Дай мне фруктик. Сейчас будет самая эпичная битва. Которую завалит мой дружок. Да блин. Да блин. Давай. Стреляй уже. А! Да блин! Вот это сейчас... А! А!
А, давай, 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 стреляй, 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 зараза! Прям за мной яблоко катилось. Вот здесь я чувствую, мы и прохерил. Прохерим все свои жизни. Абсолютно все. Давай, хватай фрукт, стреляй. Вот, чё сложного-то? А сложное в том, что мне нужно нажать на несколько кнопок сразу. А учитывая, что я не особо знаю, какая из них есть какая, то я их, по ходу дела, буду перепрыгивать. Прыжок. Так, понятно. А, в смысле, я только приноровился! Имейте совесть. А. Прыжок, да блин. Не глотай. Керби, беги. Беги, Керби. Керберан. Керберан. Извините, если кого-то я пугаю этими звуками. Но это очень трудно. Давай, 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 давай. Прыгнул. Давай, 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 сейчас нагнем его. Блин, чувствую, он нагнет нас. Давай, давай, давай. Последний, 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 последний. Осталось! Последнее! Последнее, не трогай меня! Последнее! В смысле? Отличный танец, Керби. Получили звезду. Как бы это ни звучало. Получили звезду и дали звезды дереву. Круто! Но прошли мы на самом деле гораздо меньше. О, рыбка! Пляж, море, как все. Умиротворенно хотел сказать. Не жри меня. Я невкусный, не соси. Съела. Ладно. Вот тут, пожалуй, мы и установим точку сохранения. О, это же наши любимые тети Гали. Тетя Галя, иди сюда. Хоба, хоба. Теперь я дворник. Я уборщик. Работаю 3 дня. Без зарплаты. На пенсии. Чё ты мне сделаешь, щенок? Блин. Вот от этого никто, конечно, не предохранен. Блин! А, нет! Что это? Пожалуйста, пожалуйста, остановись. Слушай меня. Слушайте, царский указ. Меня слушай. Блин, ты чуть не погубил нас. Идиот! Вот тут, думаю, стоит сохраниться. Так, Kirby Dream Land 3. Каждый раз новое сохранение загружаем. Так. Где у нас папка? Вот папка, сохраняем. Перезаписываем. Окей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем... Да что ты будешь делать? И всем пока-пока!